Был момент, когда погас тепловизор, не поломался, а просто закончились батарейки, и батарейки взять негде было. Тогда просто шум, гранату кидали. Но, честно сказать, я стараюсь не запоминать эти моменты. Хочу, наоборот, их забыть побыстрее. Хотя, конечно, вряд ли, но не знаю. Моменты там всегда было насыщено, слишком тяжело. Мы попали, как раз было обострение, то есть вот мы 3 недели, это было сентябрьско-октябрьское обострение. Тепловизоры, дальномеры. Это надо. Надо переводить солдат уже на уровень воинов 5-го поколения, а наши солдаты, у нас некоторые подразделения, даже хорошо оснащенные, это воины все-таки 4-го поколения, в лучшем случае. Американская армия имеет 6-го поколения, российские подразделения, ну, я надеюсь, что не все, что их мало, но у них есть уже и 5-го поколения воины. Надо переходить уже на более современные, а не дедовскими способами воевать.